Алло, мы уже заволновались, где ты? Чё вы там, как там? Хреново, гнием в земле. Ага, ага, негде просушиваться, да, что-то, да? Да, вообще просто все мокрые. Может, костры как-то же еще, что делать? Какие костры на войне, ты о чем говоришь? Все, костер горел, так миномет сразу заработал. И никакой помощи не приходит, да, сухие вещи? Нет, 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 ничего, ничего совершенно. Сколько здесь вас там? У нас здесь 30 человек. Ну, короче, так, жрачку как захотят, так и привозят по ихнему желанию. Ну, такая херня, тут уже бунт назревает, как бы это самое. Хотят, короче, полуголодные, полухолодные, ну, вообще холодные. Да, 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 такая так, хрень. Так, скажи, где вы, где вы? Этого никто не знает. Тут, короче, все эти самые, как они, военные полиции все забиты. Народ уходит, их возвращают. Кого в часть, кого обратно, по другим частям. Ну, короче, никто воевать не хочет. Уже все, наелись уже, потому что... Вот да, естественно, херня, потому что все как херня, попало. Херня, да, такая, что все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда. Само собой, котечка, я уже думала об этом, думаю, скорее бы вас уже отправили домой всех. Да, но это неизвестно, отправят ли вообще. Виталь, единственное, ты сам как-нибудь. Да это понятно. Старайся там любыми путями находить выходы, потому что наши не придут, не спасут. Ну, что угодно делайте, я не знаю, под землянку вырыть и там это как-то бедитесь. Это все уже вырыть, просто я говорю, что отношение скотское. Это везде так. Всем вообще на все насрать. Все сами сидят в теплых землянках, вообще там за 100 километров от нас приказы идиотские это самое отдают. Да. Идите в наступление, перед нами минное поле, идите в наступление. Короче, идиоты, идиот на идиоте. Ну, а нам только говорят, крепитесь, мы все в таких условиях. Ну, только условия немножко разные. Он сидит в бункере в 3 наката, а мы под целлофаном. Вообще просто не подготовлена вся эта вот война, вот эта вот демобилизация. Да, вообще. Ты не знал, когда ты шел? Ты знал прекрасно, что у нас ничего нету. Там я тебе говорила, что ребята, сами не будьте это самое лохами, хватайте то везите. Мы посреди полей до ближайшего населенного пункта 20 километров. Что ты привезешь оттуда? Ни машин, ничего нету, вообще ничего. Я тебе говорю, мы посреди поля стоим. Снаряды мимо нас пролетают в одну и в другую сторону. Должны же кто-то в разведку ходить или что-то, где-то что-то надыбать, какой-то деревне что-то притащить. Лена, перестань, какая здесь разведка? Тут одни идиоты, я тебе говорю, какая разведка? Мы не знаем. Не надо что-то делать, надо что-то делать. Стреляют во все стороны, лишь бы только снаряды выпустить.